есть ли статистика по вашей школе, сколько человек успешно устраивается на работу? Она не просто есть, она официально публикуется, это требование, и когда государственное, когда человек приходит, подписывает контракт, ему там в этом контракте есть вкладыш, какой процент заканчивается, какой процент устраивается на работу, это все официальная статистика. Устраивается на реальные работы. У нас, я боюсь соврать, процентов, официальная статистика, там 92, что ли, такого плана. Вот. Это не надо так смотреть, на, как вот у других. Если человек, вот он за себя должен отвечать. Он говорит, вот если я пойду, я сделаю. Даже если 99%, но ты ничего делать не будешь, ты будешь вот в том одном. Вот и все. Такого рынка, как сейчас, не было никогда. Вот. Обычно сравнивают с рынком перед обломом интернет-бума, вот 99-й, 2000-й, сейчас легче. Ну, давайте я вам картинку покажу, если так уже вопрос встал. Значит, пойдем на Google и напишем IT Employment Index. У меня висит видео на англоязычном канале, на школьном. Есть организация, которая отслеживает реальный найм в IT-индустрии. Вот мы видим ее веб-сайт. Вот последние данные за февраль. Значит, что они делают? Они берут данные из Department of Labor Statistics и вытягивают оттуда то, что касается IT. Если вы там почитаете этот документ, вы увидите, как они определяют IT. Там, это 36 месяцев. Вот за последние 36 месяцев реальный найм. Вот это то, что происходит. Вот в феврале там выросло. Значит, вот пишут, 16,5 тысяч работ добавилось там с января. А с прошлого февраля за год 191 тысяча 4.57%. Это реальный найм. Если бы мы смотрели на спрос, это было бы намного больше. Поэтому вот и все. Там какой-то комментарий к этому, там табличка, там и так далее. Вот это рынок, в котором мы находимся. Поэтому чего уж там. Такого не было никогда, я вам обещаю. Я давно слежу за этим делом. То есть, если ты в таком рынке, как сейчас, не можешь найти работу, 2-3 недели занимает, что там искать. Ну, я не знаю. Ну, надо следовать простому алгоритму. Ну, вот мы им, у меня записано на видео, все как надо делать. Есть 4 видео по часу, каждый микрон концептуально, там, как вешать резюме. Ну, все, ну, я не знаю уже, там, что там. Я вам могу, не хочу голову морочить, но если они следуют процедурам, которые им даны, нехитрым, они имеют в день там, по 20-25 звонков. Ну, что ж так, некоторые говорят, в туалет там сходят с этим. С телефоном. Нет такой проблемы. Понимаете, есть проблема сказать, я буду делать то, что мне сказали делать. Вот это проблема. Потому что, вот, не знаю, трудно объяснить, казалось бы, но вот есть такое.